коллеги, друзья, выражаем искреннюю благодарность за высокую оценку нашего труда. Подчеркиваю именно нашего труда, потому что любая победа есть результат коллективного труда. Омские паралимпийцы на зимних играх в Сочи доказали это, неся в копилку сборной команды России достойную ленту в количестве 5 паралимпийских медалей. Спасибо за оценку нашего труда. Надеемся, что в совместных усилиях мы приложим в дальнейшем свои силы для развития спорта, массового спорта и спорта больших достижений.